Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «Все о природе». И сегодня я расскажу вам, как отличить прыткую ящерицу по полу. Погнали! В одном из прошлых видео я уже начинала эту тему, но не дорассказала. Вот самка. Такая небольшая. Ей где-то 3 года. Вот у нее белое брюхо. Белое брюхо. Это значит, что это самка. А вот... уже большой самец. Вот зеленое брюхо. То есть у самки белое, у самца зеленое. Также вот тут расширение хвоста. Вот. У самца сразу шире, а потом резко узко. А у самки плавно переходит. И цвет. У самца в основном присутствует зеленый цвет на коже. То есть не брюхо, а вот тут вот нос. Мама. Иногда он вообще весь зеленый. Но у самки тоже это бывает. То есть это не стопроцентное отличие. И кусаются в основном самцы и беременные самки. Ну, вроде все. Пока.